Что, выпал снежок, доброе утро. А у нас нет света со вчерашнего дня вечера. Со вчерашнего вечера? Да. С 9 утра до... С 9 вечера выключили свет. Уже время 9:30, света нет, воды нет со вчерашнего дня. Вот так, вот и выпал снег. Мы даже на музыку не пошли. Мы на музыку не пошли, да. И, кстати, на улице поломалось очень много деревьев. Здесь не видно, но там видно, вот там вдалеке поломанное. Да, но у нас на той стороне поломанные деревья. Вон, это давно. Да, не... да, снега очень много, но он был мокрый, деревья такие, лед на деревьях. Все во льду, холодно. Давай чуть выйдем. София, давай воду дадут, выйдем, умоемся. Ну, а давай с кипяченой воды. С кипяченой там осталось немножко, София. Ну да. Ну, у меня хоть кофе со вчерашнего дня остался, и попить могу. Везет тебе. Ну да, я везу. Везет тебе. Не, ну что там? Ну, интернета нет, ничего нет. Нет. Мама, вспоминай прошлое. Света у людей не было. Не было воды. Как они мылись? Ой. Никак. Сейчас пойдем снег наберем. Растает, будем умываться. А правда? Да я шучу, он грязный. Да я тоже шучу. Вообще, да. Ну, правда. Взяла, затянула тапок на постель. Я тебе сейчас тапка. Не надо ее. Где? Бери тапок. Микуся, нельзя как так делать. Уже успела. Она же их со стулки тягала. Мы продукты все убрали с холодильника на балкон. Да. София, пойдем. Сейчас не надо. Выпал снежок, все, синички начали прыгать по веточкам. Синички, надо будет им сало насыпать. Сало. Мама, я ходила за паштетом, у меня изо рта там пар шел. Ага. Вот я там хотела... дальше, вот там вот дерево тоже поломалось. Только что трактор ездил, дороги чистил. Молодец, вот. Это я будем лопатами брать. Вот они, синички, вот они. Сейчас я им сало нарежу. А вот они по веточкам. Сейчас я им сало нарежу. А там они на веточках, Софи, прыгают. В общем, будем сейчас паштет кушать. А мне нужно кофе. Твой вчерашний кофе остался. София сейчас допьет. Софи, давай вот это уберем, Лянь. Давай. Вчера поели, как оставили все. Света не было. Света. Сало с синичком. Я не вижу, мне все отсвечивает. А, вот оно. Не смогла в кухне насыпать. В кухне сетка примерзла. Не достали. Все попримерзало. Все такое во льду. Смотрите, какой лед. Лед. Сосульки. Ну что, у нас время 2 часа дня. Представьте, у нас ни света, ни воды до сих пор ничего нет. Это кошмар. Сейчас с Софией пойдем. Я вчера хорошо в кувшин набрала воды. Думаю, ладно, поставили же воду, фильтры, думаю, не буду набирать. Потом думаю, ладно, она холодная такая идет с крана, наберу, пусть стоит. Вот это вся вода, ну все, она уже закончилась, воды нет. Я говорю, София, пойдем в магазин купим воды попить. А она говорит, в баклажках купить. Я говорю, в баклажках уже не будет. Воды нет, не знаю, по городу свет есть, у нас только на квартале нет света. А воды нет нигде. Говорят, проблема с водой где-то далеко. Но нам не привыкать. Семочки лускаю сижу. Мы в 2014 году жили 3 месяца летом без воды. А и зимой, в феврале месяце, у нас не было воды. Выключали свет. Так мы жили. Представляете, 3 месяца без воды. Ничего, выжили. Так что мы на Донбассе закаленные. Пойдем. Выйду на улицу, посмотрю, что погода. Вот эти деревья, которые попадали у нас перед домом, уже попиляли. Мы с Софией уроки учили. Видео снимаю так чуть-чуть, потому что телефон может сесть, разрядиться, заряжать, не знаем как. Мне главное, чтобы дали свет. Вода у нас в подвале станция.
большая бочка стоит, нам воды хватит. Даже если вдруг какая-то поломка, ну, не стирать, а так пользоваться экономно, ну, на неделю хватит. Вот. Так что у нас экстремальные условия. Непривычно. Ладно, пойду, если что, на улице немножко сниму, покажу, какая погода. Вышли с Софией на улицу. София с лопатой вышла. Покажи свою лопату. Не, ну а что мне? Мне надо дороги прогибать. Покажи, какая у тебя лопата. Грязная уже. Ой, тут ветер такой, холодно. Ага. Аккуратно, не уходи. Зима. Ветер тут. Мама, пошли. Ой, и гулять не хочется, София. И гулять неохота. Дует сильно. Надо водички купить. Я говорю, сейчас будем снег домой носить в ведрах. Мама, таять. Я стала за подвал. Не надо на яме стоять. Нельзя. Нельзя. Пошли. Аккуратно, машина едет, отходи. Я рукавицы не брала, холодно. София, ладно, ты по снегу ходишь, а я за тобой иду. О, все работает. Пойдем, София. Магазины ставят все вот эти штуки. Ну, чтобы холодильники работали. Не знаю, как они называются. Я купила хлеб и воды. И знаете, что в магазине мне сказали продавцы, что воды не будет, ой, света не будет до завтрашнего вечера. Я в шоке. Мама, ты только завтра сможешь видео выставить. Угу. Это я не видела, ты шут. Кошмар. Ну, хочешь, пойдем там чуть-чуть погуляем? Пойдем? Правда, у меня руки мерзнут. Я рукавицы не взяла. Не ходи в снег. А куда? Ну, а по дорожке ходи, по дорожке ходи. Софичка, мне неудобно, я без пакета вышла. Мне сейчас хлеб упадет. Классно? Я хочу пасть. Не, не надо, он грязный. Он чистый. Давай, бегай лучше. Конечно, красиво, снежок, все беленькое. Ну, вот эта проблема, конечно, без воды, без света. Я надеюсь, что его сегодня включат. Я на завтра не... Представьте, до завтра без света сидеть. Забирай свою лопату. Давай. Класс, да? Я с водичкой и хлебом. Хлеб, говорят, уже второй раз привозят. АТБ, по-моему, тоже закрыт, не работает. Вот это у нас папандос. Облом. А лучше бы этот снег не выпадал. Опа! Класс! Что, боишься, зритель? Готовься! Все такое беленькое. Красивенькое. Беленькая-беленькая. Мама, посиди за лопатой, побудь тут. Хорошо. Побуду тут. Березки беленькие. А, Софии весело. Стою на улице, гуляю, радостная новость. Смотрю, загорелись фонари в нашем доме. И смотрю в доме, в квартирах у людей свет горит. Значит, нам дали свет. А тут до завтра ждите. Сейчас до завтра. Красотень. Все, мне аж так повеселее. Если есть свет, значит, я станцию включу, у меня будет вода. Ну ничего, такую водичку попьем тоже. А мы еще гуляем с Софией. Софийка бегает там на площадке детской. Хочу сфоткаться. Как начнешь фоткаться, глаза от снега белого слезятся и все. Плохо, наверное, видно.
Все, мы уже пришли домой, класс, свет есть, все замечательно. Я включила водичку, водичка идет, все хорошо. На улице погуляли, ну холодно, я перчатки не одела, холодно. Так, мы сейчас чай или кофе попьем, что-нибудь горяченькое, я покушаем кофе. Чай. Я хочу. Ну, перехочешь. Так, на улице, а я же сказала, хорошо, но ветер. А так ничего, неплохо. Иди. Я в магазин пришла, хлеб покупания, говорит, воды, ой, хлеб. Света, говорит, не будет до завтра. Я говорю, вы что? Ладно, воды, Света. А тут стоим на улице, и знакомая идет, и говорит, у вас фонарь уже, говорит, свет. Смотрим в окошках у людей свет. Классно. А я стою, так посмотрела на телефон, у меня уже осталось 42% заряда, думаю. Ну, если до завтра, уже ничего, думаю, снимать не буду. Пусть телефон так лежит. Вечером уже планы, стою, строю, думаю, Женя придет в 10:30 с работы, все холодное. Думаю, наверное, пойдем в гараж, будем буржуйку топить, что-нибудь кушать там готовить. Ну а что делать, если такая ситуация? Ладно, все, буду прощаться с вами. Такая у нас вот история приключилась. Ну уже все нормально, время 3 часа дня. Все нормальненько. Пока-пока. Сейчас вам видео смонтирую и узнаете.